Несмотря на прохладную погоду, на площади Минина действительно жарко. Сотни нижегородцев пришли сюда, чтобы услышать выступления любимых артистов. Группа «Вива» уже четвертый год приезжает с концертами в Нижний Новгород. 5 солистов исполнили и известные хиты, и новый молодежный гимн Нижнего Новгорода, автор которого наш земляк Евгений Скрипкин. Отмечаем Нижний Новгород среди других городов. Это удивительная публика, это удивительный город, и мы всегда рады сюда приезжать. Дальше для нижегородцев выступает Анна Седокова. С первых нот ей удается удивить зрителей. Они не только подпевают, но и включают фонари на мобильных телефонах, двигаются в едином ритме. Самое сложное время между нулем и шестью. Однажды мне показалось, что я без тебя умру. Очень круто! Отлично! Просто огонь! Голос уже сорвала! В числе хедлайнеров и рэпер Мод. И я желаю, чтобы в Нижнем Новгороде каждый день был как праздник и каждый день как фестиваль. Сейчас танцуем все! Поем все! И, наконец, музыканты, которых ждали, пожалуй, все. На сцене появляется дуэт «Хамали на Ваим». По традиции праздник завершается фейерверком. В небо взмывают 800 ярких залпов. Их количество приурочено к приближающемуся юбилею Нижнего Новгорода. Дарья Кульбакина и Ренат Бегбаев. Время новостей.